с работы. Но мы с четверга уже на даче, потому что такая стояла жара, приходилось поливать все. Ну и пока жаркие, теплые вечера, как-то жалко дома просиживать именно лето. Лето жалко, лето уходит. Уже, девчата, 2 августа. Как жалко. Там бордель. Видите? Все, что от бани. Здесь полный погром. Это минвата лежит. Смотрите, как увеличилась баня. Вот в таком все виде. Ребятки. Потом все в окончательном. Она реально увеличилась, ребят. Вообще. Баня будет, я думаю, что шикарная. И крепкая. Мы ее еще обошьем, и будет вообще. А я в платьишке. Сегодня хвост у меня. Сегодня убрала, потому что жарко. Убрала волосы на работе. Вот эту доску привезли обшивать. Баньку Саня там жгет мусор. А вот что у нас? Там покажи, что котел. Не видел? А, печку же привезли, да, еще? Муся? Так, ну тут опять у нас бардачок, потому что вот с бани там какие-то вещи, все в тюк. Ну вот такая печка, ребят. Такая будет печка. Топка будет выходить наружу. В общем, ребят, покажу все, когда уже будет готово. Когда уже будет все готово. А вот. Уже ждем, не дождемся. О, бригадир или кто он? Начальник. Ну, сам директор этой фирмы, у него бабушка умерла. Вот, и он планировали четверг-пятницу уже добить, дошить ее. Но такое несчастье. Вот, теперь они говорят, давайте мы тогда в субботу, в воскресенье. Я говорю, нет, выходные мы на даче. Вот, давайте уже тогда в понедельник. Ну, в понедельник доделают. Вот. Бассейн. Надо менять срочно воду. Ну вот сейчас баню сделаем. И поменяем, да, Саш, воду в бассейне. Потому что нету смысла. И будут рабочие делать баню. А там, представляете, там будет же какая жара. Поэтому я им сказала, если что, прям окунайтесь в бассейне. А вот. Поэтому тоже жалко людей. Хоть немножко так вот от жары будут окунаться. Хоть просто поливаться. А потом уже с Саньком поменяем. Вот. Но все нормально. По всей вероятности будет дождь. Гремит там где-то. Пусть. Прям хорошо. Распустились георгины. Георгины все одного цвета. И там. Там еще вот кустики не распустились. Там не знаю, какого цвета. А так вот игольчатая георгина. Такого цвета. Ну, ничего. Обманывают, как хотят. Вот обманывают, как хотят на базаре. Я брала бордовую, пестро-белую такую бордовую, игольчатую. Бордовую просто такую с круглыми листьями. И вот такую оранжевую. Вся оранжевая попалась. Вот. А так хорошо. В огороде особо делать нечего. Поливать. Только поливать. Зацвели мои клумбочки. Все замечательно. Ну вот, единственное, мне надо вот с этой грядкой. Пошли помидоры. Ну, уже завтра вам, ребят, сниму. Что да как у нас. Вот. Еще сейчас расскажу вам. Тут вот, смотрите, пошли цветочки. Да я их так тоже понавтыкала, думаю, в пустые места. Как бы особо клумбу не разбивала в этом году. Вот. Ну вот как-то так. А у нас
а у нас объявился маньяк. Сегодня пришло, не знаю, видно будет мне. Видно? Видно будет? Не знаю, наверное. У нас, короче, девчат объявился. Сейчас сяду так. Но лицо у меня светится. Объявился маньяк. Сегодня в группе. А где моя сотка? Сегодня в дачной группе пришло сообщение. Сейчас зачитаю. Вот. Вот, видите, уважаемые дачники, доброе утро. В дачном обществе появился маньяк, мужчина высокий, плотный, одет не по размеру. На лице маска и чулок черного цвета с ножом. Но если бы это кто-то написал там из незнакомых в группу или там, может, какой-нибудь ребенок, а это пишет казначей наша. Вот. Сегодня я ей позвонила. Она говорит, там где-то около нее к соседу, сосед приехал на дачу, у него этот сарай без замка. И он начал открывать сарай, там банки доставать. А там мужик в чулке, ну, как она говорит, в маске, но это как этот дед рассказал. И он говорит, его оттолкнул, этого деда, и бежать. По всей видимости, может, какой-нибудь беглый, может, псих. У нас есть психбольница в Караганде. Вот. Но умышленно одевать на лицо. Но как-то, знаете, жутковато. Я Сане говорю, как ехать, ночевать? Он говорит, что ты переживаешь, у нас вилы, топор есть. Ну, у нас как бы все так загорожено, я не думаю, что он полезет. Я думаю, он сам боится. Но она вызвала, а я навидела его. Она говорит, я его тоже видела. Вот. Высокий, говорит, плотный такой. И это. С чулком на голове. Ну, что-то очень странно. Чего вот он тут прячется? От кого прячется? Может, беглый какой? Ну, она сообщила милицию вчера, не знаю. Работает милиция, не работает. Да во всяком случае, никто, никому ничего не надо. Факта преступления нет, а то, что он с ножом ходит, да, с холодным оружием, это никого не волнует. Ой, ну пошла я переодеваться, прям такая стоит духота, потому что, видать, будет дождь, ребятки, видать, будет дождь. Пошла переодеваться. Купила пельмени, потому что сегодня, что сегодня готовить, ничего не готово. Пельмени да салатик сделаю. Вот. Сейчас дополиваем, пока вот светло. Все, и будем кушать. А завтра что-нибудь буду готовить. Окорочка, Саш, купил. Да. Что-нибудь, может, потушу, не знаю. Может, зеленый борщ сварить? Да, это уже завтра будет. Посмотрим, в общем. Вот такие вот дела. Как-то не по себе мне. Неприятно. Вот так сидеть, а сейчас вот стемнеется, аж бояться будем. Да ладно, ничего страшного. Ты не боишься? Вообще-вообще? Вообще-вообще не боишься? А что бояться кого? Ага. О, Господи, уже. Сами как маяки. 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 Может, это ты, Саш, переодеваешься? Ну, да. А то, говорят, высокий, плотный, с чулком на голове. У меня тут лежат пару чулок, помнишь, я этот? Что-то укрывали мы, чего не помню. Что-то от каких-то ос. Ну, сейчас вечером оденем. А то, может, пока с работы он-то раньше приезжает. Может, пока... Приезжаю, он тут это, свои какие-то наклонности. Ой, фу, жарко. Все, пошла переодеваться. Немножко сейчас
Может, окунуться в бассейн, Саша? Угу. Наверное, в бассейн пойду окунусь. Все, мои хорошие. Ну, сегодня еще сосед у нас ночует. Хоть спокойней. Вот. Я ему говорю, дядя Толя, если что, кричите. Будем вместе отбиваться. Ну, шутки шутками, но неприятная ситуация. Неприятно. Такие дела. Ребят, хочу показать. Собрала это вот на сегодня, на завтра, на салаты. Помидорки пошли. О. Хочу показать. Белые огурцы. Вот первый белый огурец. Здесь вот еще такие помидорки. Вот такие вот огурчики. Перчик сладкий. Перчик горький. Это вот я на салат. Редисочка. Нескончаемо, ребят. Ну и моя любимая травка. Сейчас еще пойду нарву этот, как его, руколу. Все, такая красотень. Вот такая красотень. Прям душа радуется, когда вот плоды твоего труда. Прям невероятное очучение. Ребят, ну укрыли доски, потому что куда их не занесешь, а сейчас, по всей видимости, точно долбанет. Ага, сверху. Все, ничего не будет. Вон, чтобы ветер не поднялся. А ветер поднимается. А, Саша, ты сожгешь? Прям гремит, гремит вовсю. Во всю Ивановскую гремит. Всю Ивановскую гремит. Ну вот. А эти доски, Саш, на пол, да? Вот эти. Это на пол. А это все, что с бани, да? А вот это нам осталось еще на душ. Ага. А на полы, да? С бани доски брала. Ну, а вот, пошел дождь. А вот это вот что? Саша, может быть, вон в те ямы засыпать вон там? Я сейчас там вдоль забора буду снаружи посыпать. Не хочу под тот красный бак мучку загородить. Прям туда закидывать, засыпать эту пустоту. Блоки вот эти вот отвести. Закрыть, где налазить. Бак закроем, угу, аккуратно. Вот этими большими кирпичами туда прям накидают. Угу. Все там место пустое. Саш, балаган зачем делать? Ну. Кинь один блок, где она лазит. И все, зачем там балаган этот? Не надо все это вывозить. Машину нанимать и чем нанимать? Вывозить. Я мешки купить, я приеду сам на машину. А эти все трухлюты, да, с это, Саш? Все трухлявые доски, которые все сжигаешь. Трухлявые кидаешь, сжигай, они не нужны уже. Они не нужны, да. Они рассыпаются. Угу. Ну, вот такие какой дела. Какой бак хороший пригодился. Ну, да, он, наверное, год и все. Ну и что, год, зато хорошо. Так, все, начинается дождь. Мангальня, Саш. Ну, и завтра будем дальше. Барбекюшница. Привет, барбекю. Да, пошел дождик. Пошел дождь. Ну, ничего. Ох, какая гроза. Молния. Молния, молния. Девчат, вы говорите, вот ты, Виктория, не боишься, ходишь с этими, с гаджетами. Ну, я, во-первых, с этой, с камерой, я не думаю, что она на камеру будет реагировать. На телефоны, да. А вообще уже привычно. Я очень боюсь грозу. Но спустя вот 7-й год на даче каждый год происходят какие-то невероятные вещи с грозой. Гроза такая, что елка ходуном ходит, тут все летает. Мы как-то в домике, в этом летнике прятались. Есть у меня видео, много видео, кстати, на канале. Вон там, видите, разводы идет, дождь. На канале очень много у меня видео именно по шквалистым вот этим вот ветрам. Не ветрам, а грозам.
Ну все, надеюсь, что дойдет до нас. Все, я сейчас шла мне, девчат, футболка. Такая прям оранжевая. Сейчас покажу вам. Я взяла сарафан, ну покажу вам тоже потом. Прям очень хорошее качество. 6000 стоит. Цвет такой прям яркий. Взяла такую оранжевую и взяла ярко-желтую на лето. Вот 6000. Футболка. Чья, не знаю. Беру на Wildberries. Биг, ну большая, фристайл, большой стиль, ну для больших девочек, с джинсами, с чем угодно. Но я брала под, я взяла такой сарафан, такой оляпистый, и взяла пару футболок под нее, под него. Ну потом как-нибудь, может, покажу. Вот такие дела. Ну все, пошла готовить ужин. Девчатки, сидим, смотрите, что у нас творится. А я решила переработать хлеб, это вот с прошлых выходных у меня хлебушек в холодильнике. Но думаю, что с ним делать. Навела, ой, листик, прям дует ветер вообще. Навела на яйцо, что было на даче, девчат, майонезик. Приправки всякие разные. Сейчас хочу пережарить вот этот хлеб. И пошла вот такая... Гром, гроза. Слышите? Вот так мы сидим с Саньком. Он, видите, с утра было такое, что творится. Жарило, да? Ага. 39, наверное, 40. Ой, ну да, ну хоть задышим немножко. Ну вот сейчас время сколько? Время, наверное, часов еще 9 нету. 8 часов. 8, да? 15. Вон, закрыли мы, слава богу, закрыли, успели доски. Все, дождь. Ну, хорошая погода. Но маньяк меня не отпускает в мысли, что где-то бродит маньяк. Да, я думаю, может быть, проходящий. А, Саша? Конечно, какой-нибудь проходящий мужик. Может быть, наговорили столько, что не существует даже. И право надо отнести, Саш, где я готовлю. Что не существует даже. Ой, у нас тут поляна. Санек 100 грамм выпил. Здесь у него закусочка пока такая. Редиска. Редисочка, да. Помидорки. Помидорки наши уже вот они. Да, вкусный помидор. Мы вот сейчас съели помидор. Огурцы белые. Угу. Ну, вкусный? Да, перчик. Я вот не пробовала. Саш, ну я показывала. Хватит хвастаться. Хватит хвастаться. Ну все, пойду я сейчас пережарю. Знаете, хлебушек. Это на завтра, на завтрак. Чтоб завтра уже встать и думаю, чем его кормить. Он же меня раньше, меня встает. 5:30 он уже лазит по даче. Голодный. Маньяк. В чулке. Вот, думаю, нажарю, завтра будет ему чем кофе попить с утречка с этим, с колбаской и с этими, с гренками. Кто-то жарит, кстати, сладкие. Я никогда не жарила и даже не знаю, что это за... Но мы будем жарить соленые гренки. Все, пошла я, девчатки. Вроде как успокоился, да, немножко? Ну, потихонечку идет еще. А, все вот. Угу. Еще гремит где-то, помогает. Угу. Ну вот так сидим с Саньком вечером. С лампой Ильича. Ну, что-то там как будто блеснуло. Это кошка. Да. Вот у меня сейчас каждый звук будет это. Ох, там как моргает. Блеснула, ага, молния. Молния. Ну, короче, вечер, беседка. Пятница, девчатки. Пятница. Пятница. И мы в беседке.
Все, мои хорошие. Но вот у меня как-то все равно какое-то вот напряжение. Ну вот. Ну, я думаю, никто не залезет. Везде забор. Ну и мужчина у меня рядом, чего мне бояться. Но все равно как-то вот неприятно. Неприятно вот это сообщение в группу. Как-то нехорошо. Нехорошо. Но ничего. Мы себе не дадим, Саш. Чего? Я говорю, пусть маньяк боится меня с камерой. Я же его сниму. Если он будет лезть, я его засниму так, Муся, что Муся. Всем покажу на весь мир. Муська с нами. Вот, так что. Охраняй. И Муська с нами тут. Мусяна. Мусяна. Ой, Мусякин мой, иди сюда, иди, моя красавица. Иди сюда, там гром. О, гром там. Гром гремит. Ай. Ай, как страшно. Ай, ложись, ложись. Ложись, кубышка моя. Ну, что это полотенце? Ложись. Все. Ай, все. Ай, как хорошо. Ай, хорошо, когда? Пыльная всякая. Ай. Такие дела. Под гром, под дождь, под ветерок. Вот это незабываемые моменты, вот которые, вот я говорю, ребят, вот ради вот этого только надо, хочется иметь такой клочок земли, чтобы подальше от города, подальше от цивилизации, вот иметь, о, видите, как все зарево, и вот это все наблюдаешь, это такое единение с природой, это вообще, это безумно очень, это очень безумно, не знаю, от этого получаешь такое удовольствие. Да, Санёк? А тем более с нашими-то овощами, Саш. А? Белым огурцом. Ну. Ну, ясно, ладно. Кстати, вот он белый, а внутри он зеленый. Ну. О, какой гром. Да, вот он, видишь, зеленый. Ага. Вон, видите? Ну-ка. Ну, кстати, ничем не отличается от зеленых огурцов. От вот этих. Китайских. Они очень вкусные. Самые любимые мои огурцы. Обалденные. Тайпэн, да? Угу. А я сегодня один сорвал, какой-то горький был. Ой, не горький, а острый, шипы прямо. А, ну шипы, да, это этот, как его? Зазуля. Острый прямо. Угу. Ребят, ну что может быть еще лучше, да? Готовить под дождем. А? Девчатки. Ребят, даже простые гренки, а? Как это будет вкусно, как это будет замечательно. Шум дождя. Ворчание гренок.